Друзья, всем привет! Это канал Лилия Лили. Меня зовут Лилия, я живу в городе Мозыре. Нужно на минутку забежать к знакомой женщине. Она мне указала адрес, и я смотрю, что этот адрес – это малосемейка. Давным-давно я не была в таких домах, лет 20 или больше. Сейчас посмотрим, как люди живут в малосемейках, что собой представляет малосемейка сегодня в 21 веке. Узкие лестничные проемы, узкая дверь в лифт. Надо проехаться на лифте, хотя мне страшно. Может, лучше пешком пойти. Малюсенький лифт, свежеокрашенный. Получается, лифт находится между этажами. И, выходя из лифта, нужно либо подниматься по лестнице, либо спускаться. Вот я, получается, спускаюсь на первый этаж. Экстрим. И вот я нахожусь в холле первого этажа. Вот такие жуткие почтовые ящики. Но я помню такие ящики в подъездах. В своем детстве. Они тут практически все открыты. Единственное, что непривычно мне, здесь такие огромные холлы на каждом этаже. При, как говорится, хороших, аккуратных жильцах здесь можно было бы ставить елку, устраивать новогодний праздник. Но чего-то, мне кажется, ничего подобного здесь не будет. Я живу в частном доме, и я такое уже забыла или даже не помню, что есть в нашем городе и у нас в Беларуси такие малосемейки. И вот мне нужно было зайти к человеку, и я, поднимаясь по этим лестницам, передвигаясь по этим коридорам, в общем, честно говоря, мне жутковато. Но вот такое жилье, вот такой вот длинный коридор, он темный. Сейчас я попытаюсь включить свет. Вот длинный коридор, двери, двери, двери. Мрак, запахи тут, фу. В общем, наследие Советского Союза. Вот так вот живут люди у нас еще. Снаружи эта малосемейка девятиэтажная выглядит не так жутко, как она выглядела внутри. Фасады у нас умеют делать, приукрашивать.